сейчас хочу вас пригласить с собой на прогулку, но сначала я иду в банк, чтобы заплатить комуслуги, а затем в другой банк на соседней улице, чтобы купить еще подарок для супруга на Рождество. В этом банке всегда перед Рождеством на первом этаже лежат книги, и рядом копилка. Вы покупаете несколько книг и оставляете в копилке 10 евро или 20 евро, сколько вы считаете нужным. В этом году я не вижу книг, может быть, еще рано, приду еще раз на следующей неделе. Спасибо, что прогулялись со мной и смотрели мое видео.